Привет. Я работаю в школе, поэтому техника речи – это очень существенная часть моей работы. На курсе по технике речи Костя дал не просто упражнения, он научил нас пользоваться этими упражнениями, чтобы всякий раз перед выступлением или перед уроком я могла подготовить свое лицо к выступлению, чтобы была четкость, плавность и легкость речи. И самое важное, я практически избавилась от слов-паразитов и от пауз, заполненных некрасивыми звуками, типа «мне». Теперь у меня этих пауз просто нет. Я получила важный скилл. Я научилась думать на 1-2 секунды вперед, что позволяет мне не использовать ни паузы, ни слова-паразита для того, чтобы подумать, что же я такое сейчас собираюсь сказать. Собственно, для этого я и вошла на курс техники речи. Для легкости и свободы. И для отсутствия ненужных слов и звуков.